Оп. По ним уже гоняются. А вот за этой фокой нет. Тоже гоняются. Ладно, пофиг, я уже там не вижу, кто сзади. Очень плохой обзор, конечно. И в сторону, и под капот, и вверх. Короче, во все стороны обзор. Уп. Плохело. Неужели здесь не поплохело, ребят? Но это бред. А, нет. Второй выстрел, наверное, в двигатель все-таки пришелся. И то не мне засчитали. Шикардос. Как оно бывает. Два 37-миллиметровых бронебойных. Чего они сделали для Фоки? Ну, зато за этого два попадания, которые были для двух самолетов, они оказались критичными.